Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Наступают долгожданные выходные и лето в самом разгаре. Какую культурную программу приготовили для жителей и гостей Самары, я расскажу прямо сейчас. В детской картинной галерее посетителям представили новую экспозицию. На выставке «Пресс-синема» вы узнаете, с чего начиналась эпоха кино и мультипликации, как устроены проекционный волшебный фонарь и теневой театр, что такое тауматроп и зоотроп. В экспозиции представлено более 50 анимационных и оптических игрушек 19-20 веков, среди них 10 интерактивных экспонатов. Они являются увеличенными копиями оригинальных игрушек и разработаны для активного контакта с посетителями. Выставка будет открыта до 8 октября. Не пропустите! Самарский литературный музей приглашает жителей города на новую пешеходную экскурсию. История одной мелодии на сопках Маньчжурии. 115 лет назад, 24 апреля 1908 года, в Струковском саду Самары оркестром 214-го Макшанского полка впервые был исполнен вальс, который назывался «Макшанский полк на сопках Маньчжурии». Прогуляться по городу и насладиться бессмертной музыкой можно будет в эту субботу в 12:00. В музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Женский вопрос в сетях советской мелодрамы». Об образе советской женщины в кино, ее желаниях и роли в жизни общества расскажут сквозь призму жанра мелодрама, который в массовом сознании считается типично женским. Так ли это на самом деле и о чем сейчас свидетельствует сентиментальное кино тех лет, будет рассказано на примере фильмов Юлия Райзмана «Странная женщина» и «Время желаний» и Вячеслава Криштафовича «Перед экзаменом. Мелочи жизни. Ребро Адама» и многих других. 15 июля, начало в 17:30. Музей-галерея «Заварка» на этих выходных приглашает детей на бесплатные мероприятия. 15 июля, в субботу, с 15:00 до 16:30 состоится мастер-класс по выжиганию, на котором можно будет смастерить уникальную подставку под телефон. В воскресенье состоится обзорная экскурсия по выставке, посвященной деревянной Самаре. Начало в 13:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.